В прошлом году наш завод вошел в состав крупного производственного объединения в Краснодарском крае, которое занимается выпуском медицинских препаратов. У нас, иначе говоря, появились новые заказы, и мы расширили производство. Для этого необходимо было, по сути, приобрести оборудование для автоматического нанесения этикеток. Раньше процедура по наклеиванию этикетки производилась вручную, что не обеспечивало необходимую производительность и необходимое качество приклеивания. Я работаю на предприятии более 30 лет, из них 15 в должности главного инженера. Все производства на заводе я хорошо знаю. Модернизация на нашем заводе практически не проводилась, и после присоединения у нас, иначе говоря, появилась возможность обновить производственную технику. Мне поставили задачу найти автоматическое оборудование для самоклеящихся этикеток на пенициллиновые флаконы на участок фасовки и транспортировки. Пенициллиновые